В любом случае, да, необходимо все совместными усилиями решать вопрос, потому что это представляет собой национальный парк, достояние все-таки народное. Соответственно, необходимо сохранить этот жемчужин, донести до наших поколений его в первозданном виде, который он был создан, максимально приложить усилия. Соответственно, совместные действия администрации, общественных объединений, экологических, научных, исследовательских институтов, ученых, также сотрудников национального парка совместно приведет к сохранению вот этой жемчужины нашей. Идеи, тенденции общие. Парк он и создан как природоохранное учреждение для сохранения, для того, чтобы донести до потомков. Соответственно, любое экологическое движение, любые общественные организации, которые создаются в поддержку Бузулукского бора, они всегда приветствуются.